Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас я вам покажу свой второй заказ из каталога Oriflame номер 9. Очень крутой каталог, огромное количество скидок на интересные продукты, интересные акции есть, и сейчас покажу, что у меня в основном заказывают. Как ни странно, заказывают в основном те продукты, которые я сама очень сильно люблю. И в частности, на последней страничке каталога у нас представлено масло чайного дерева, вернее здесь чайное дерево и лайм. А вот мне заказали 4 флакончика, в прошлый раз у меня было, по-моему, 15 штук, это для меня и для одной клиентки, и вот сейчас я его разрекламировала, всем показываю, и заказали еще 4 штуки. На самом деле это очень хороший продукт. В каком плане мы его используем? Ну, во-первых, летом очень часто бывают какие-то укусы, комаров много, кто-то кусается, кто-то там, не знаю, царапается, да, можно ушибы разные появляются, в огороде возишь, то есть вот травмоопасность какая-то мелкая, она увеличивается. Так вот, буквально 1-2 капельки масла чайного дерева достаточно для того, чтобы обработать ранку, и быстро очень все заживает, очень быстро. На самом деле у этого продукта много-много рекомендаций, где его можно использовать, я даже не буду перечислять, потому что это займет много времени. Все есть в интернете, прям вводите запрос в поисковике: применение масла чайного дерева, где его можно применять, и там будет целый огромный список. Вот когда я рассказываю своим знакомым про это масло, истории наши, которые с ним случались, как оно нас выручало, то сразу заказывают. То есть о чем это говорит? Люди покупают то, что нам самим нравится, о чем мы можем рассказать, не просто прочитав страничку в каталоге, да, пересказать, а реальные живые истории и эмоции. Потому что если мне продукт не нравится, я не могу его предложить, я наоборот всех отговариваю, говорю: слушай, мне не понравилось, мне не подошло, но если хочешь, бери, но как бы мне этот продукт не принес удовольствия. Например, масла для волос, вот у меня их в заказе 4 штуки, одно мне, я себе ночное заказала еще в запаснике. Вот смотрите, про масла, я их не просто про них рассказываю, какие они классные, я даю попробовать. То есть все, что можно дать попробовать человеку, надо дать попробовать. У меня даже такие случаи были, что я что-то отливала в маленькие баночки, например, попробуй шампунь, кондиционер Oriflame, отливаем маленькие посудинки, отдаем пробовать. Что-то я давала, у меня был такой случай, я давала тушь нашу, я очень люблю тушь Oriflame, я все одну подругу уговаривала, говорю: ну возьми, попробуй, но она стоит 3 копейки. Она: нет, ты что, я беру за 1500, я считаю, что дешевле тушь не может быть хорошая. Я говорю: ты попробуй просто, ну ради эксперимента. Ну и она никак не соблазнялась, и я в какой-то момент ей просто принесла тушь нашу 5 в одном и говорю: это тебе, пробуй, если не понравится, я у тебя ее заберу, пробуй, несколько дней краси. Вот она ее прям распечатывала новую, если она тебе понравится, ты мне отдаешь 259 рублей, по-моему, ну так стоило, 249 или 259, то есть 3 копейки. Она такая: а, ну окей, ну давай. И знаете, через несколько дней она мне сказала: ты что, раньше не могла сказать, что у вас тушь такая хорошая, я по 1500 покупала. Я говорю: ну я же говорила. Вот понимаете, человеку нужно дать попробовать. Конечно, можно сказать: ой, ну она могла тебе не отдать деньги, да, если бы ей не понравилось. Да, я рисковала. Ну чем я рисковала? 200 рублей. Зато теперь она у меня постоянно заказывает туши, многие другие продукты. То есть потихонечку человек понимает, что да, Oriflame — это классно, дешево, может быть хорошо. Да, ребят, доступные цены могут быть очень даже хорошими. Про масла что скажу, меня часто спрашивают: Лиль, какое масло лучше взять, укрепляющее или ночное, или защитное, сейчас идет по акции. Я не могу сказать, что какое-то лучше. Например, вот мне ночное масло нравится по запаху больше, а по эффекту они мне все нравятся, но просто все равно они немножечко разные, и когда я перехожу с одного масла на другой, у меня волосы его как бы, ну, реагируют, что это другие все-таки масла, другие какие-то компоненты, они чуть-чуть по-другому себя ведут, лучше становится, потому что волосы тоже привыкают. Ведь недаром говорят, что рекомендуется и шампунь менять, и бальзам, и маску. Поэтому вот в рамках Oriflame
все, что у нас есть в ассортименте. Я все время стараюсь чередовать. Я и тушь, я очень люблю тушь 5 в 1, но я периодически беру с эффектом накладных ресниц. Сейчас у меня вот на мне тушь с эффектом кошачий глаз. То есть я пробую то одну, то другую, но все равно есть что-то любимое, я к этому опять возвращаюсь, а потом что-то новенькое выходит, я беру просто попробовать. Во-первых, чтобы знать, что это такое по качеству, во-вторых, чтобы иметь свое впечатление и рассказать людям, что лучше, что хуже. Например, вот у меня заказали туши, одна-две должно быть, да, две туши термостойкие. Вот я про них точно могу сказать, что это очень крутая тушь, потому что я ее испытывала на тренировках, в сауне, в хамаме, на море. В море меня кувыркали волны, я была накрашена именно вот этой тушью термостойкой серии The One. Ресницы как вот были на месте, так и остались. Вот, кстати, теперь у меня есть новый опыт. Мне присылали с AliExpress на тестирование, на обзор продукцию. Я выбирала тушь, и она оказалась тоже термостойкая. Когда я накрасила, я думаю, вау, какая классная тушь, ничем не хуже. Она также снимается просто с ресничек горячей водичкой, ну теплой водой смывается. Но если сравнивать с тушью Oriflame, в чем разница? Например, жара или вода, я потерла, дотронулась так вот до ресниц, то от нашей туши ничего не будет. Вот так я их трогаю, да, могу чуть-чуть потереть, и они также опять на место все становятся и расправляются. А тушь с AliExpress, она склеивается и не расклеивается. То есть от жаркой погоды, то есть если я их пальчиками нечаянно там потерла, задела, соединила, то она склеивается, и это очень неприятно. То есть вы понимаете, все познается в сравнении. И я попробовала, когда тушь с AliExpress, я думаю, блин, и классная же продукция, ничем не хуже Oriflame, и цена примерно одинаковая, то есть где-то в одной ценовой позиции. Но когда я поносила тушь, долгое время ношу тушь Oriflame, и буквально несколько раз покрасила той тушью, я сразу поняла, в чем разница. Понимаете? То есть это тоже нужно знать и рассказывать людям. Вот эта тушь термостойкая просто бомбическая, у нее пушистая объемная кисточка, она такие опахала красит, и вот и с ней кайфово. У меня дочка вот, например, обожает эту тушь, я ее тоже люблю, но мне кисточка больше подходит от туши 5 в 1. Ну и эту я тоже сейчас себе открою, когда мы будем там куда-то плавать поедем, да, я буду пользоваться именно ей, потому что даже на пляже, на природе хочется хорошо выглядеть и знать, что тушь не смоется, не слипнется и не испортится внешний вид. Так, что еще? Смотрите, дубль. У меня в прошлом заказе была вот такая парочка, это сейчас посмотрю, точно ли, а это отшелушивающий крем для ног, у меня такой же я себе заказала, и гель для снятия тяжести в ногах. Я по это продукт я давно знаю, у меня уже это не первый флакончик скраба, а вот гель для снятия тяжести в ногах я только попробовала, и я, конечно же, стала делиться впечатлениями, потому что крем интересен чем, сейчас расскажу. Я нанесла его не на ночь, не после того, как у меня ноги уже устали, как рекомендуется делать, то есть вы натоптались, например, на каблуках там, или много ходили, жара, ноги отекают, вы домой пришли, ножки помыли, гелем этим намазали всю ногу, прям можно, да, я до колена мазала вместе с коленочкой и под коленкой, потому что под коленкой вот это место, где жарко, когда можно холодненькое вот локтевые сгибы приложить и под коленками, и сразу как охлаждение идет. Так вот, я нанесла этот гель с утра, а было жарко, я одела сарафан, длинный сарафан, то есть он как бы не дает вот такой вентиляции, то есть ногам жарче. И вот представляете, на протяжении где-то я засекала час 10, час 20, я чувствовала вот этот холод, прям холод такой приятный, кайфовый. Я нанесла только на одну ногу, чтобы сравнивать ощущения, понимаете, как я хитрила. Но это я не хитрила, а для того, чтобы проверить, насколько этот продукт работает, потому что если две ноги бы я намазала, я, может быть, не поняла бы разницу. А тут у меня, значит, одна нога кайфует, другой не очень комфортно, и вот это ощущение сохранялось чуть больше часа, я прям чувствовала сильный холод, действительно легко ножки, хорошо, комфортно, а другой был не очень хорошо. Вот я рассказываю свои впечатления всегда людям, и они такие говорят, а я тоже хочу. Вот поэтому появляются новые заказы. И скраб, мне он очень нравится, он не сильно царапучий, и он хорошо отшелушивает и при этом смягчает кожу.
То есть мне нравится, что у меня ноги после него не сухие, не колкие, а именно вот мягко и комфортно. Я им могу помыться как с пилочкой, да, на пилочку нанести и потереть, как просто руками обработать, вот так пройтись по ступням между пальчиками, чтобы просто снять вот это загрязнение, легче, чтобы все это отошло. Поэтому я его просто очень-очень обожаю. Ну, конечно же, один из любимых ароматов. Я брала такой аромат, как-то он был со скидкой, и он у меня лежал в заначке для дочки. У нее скоро день рождения, это ее любимый аромат, и я ей его всегда дарю, когда вижу, что уже заканчивается, я заранее покупаю, ей его опять дарю. Так вот, у меня лежал он в заначке, пришла знакомая девочка, все перенюхала и говорит: хочу такой. Я говорю: забирай. А вот дочке я заказала новый, скоро у нее будет день рождения, подарочек уже ее ждет. Сюда поставлю розовое к розовенькому. Так, что еще? Очень люблю вот этот вот комплектик, сейчас покажу поближе. Это парочка климат-контроль, шампунь и кондиционер. Мне очень нравится эта парочка, я ее уже пробовала 2 или 3 раза, заказывала, особенно вот сейчас, то есть и зимой он классный был, то есть он снимает статику, он не дает волосам вот чувствовать такой вот перепад настроения погоды, то есть жарко-холодно. Мне очень нравится эффект, поэтому тоже всем рекомендую. Вот дорассказывала, что у меня появился вот такой заказик. Так, что тут еще? Гель для умывания с чайным деревом, тоже частый продукт в заказах, потому что нравится самим, и есть у меня постоянные клиенты, которые его вот уже на протяжении долгого времени берут. Еще когда он был в старой упаковке, чисто чайное дерево, сейчас он чайное дерево с лаймом, он стал, мне кажется, еще лучше, приятный аромат. Единственное, здесь неудобный тюбик. Вот честное слово, тюбик отвратительный. Дело в том, что когда вы откручиваете, налили себе немножечко на руки, вот чтобы вспенивать, а тюбик, его же надо закрутить, куда его деть? То есть его либо надо куда-то вот так ставить, потому что рука занята, на одной руке уже налит гель, его либо надо ставить, потому что если его положить, он достаточно жидкий, он вытекает. Вот здесь вот, конечно, к производителю Oriflame, ну прям просьба, да, поработать над упаковкой, пусть она будет чуть-чуть подороже, то есть удорожает продукт, но чтобы было удобно. Самая лучшая упаковка для умывания — это тюбик с дозатором, просто нажал сверху, капелька упала, тут же раз вспенила, перенесла на личико, все супер. Но несмотря на то, что тюбик неудобный, все равно постоянно все заказывают, потому что он хороший, потому что он действительно хороший. Так, это заказали тоже спрей, я сейчас скажу, как он называется. Да нет, не скажу, потому что я не вижу, что-то здесь храните. Ну это просто дезодорант, антиперспирант для ног. С одной организацией заказали, кстати, чайное дерево, вот эти дезодоранты они заказали, вот это все для ног, это все, и вот там еще лежит, это все с одной организации. Классный дезодорант, чем он хорош? Ну, во-первых, он устраняет неприятные запахи, он помогает почувствовать ногам легкость, даже несмотря на то, что он вроде как антиперспирант, все равно какая-то легкость в ножках возникает, и снижается риск, снижается вероятность того, что ноги натрете. То есть вот мозоли появляется гораздо меньше, потому что все-таки дезодоранты, если их правильно нанести, то есть на чистые ноги распылили, дали впитаться, а потом только в обувь. То есть чтобы он успел высохнуть, а не сразу мокрым в обувь, тогда будет супер эффект. Кстати, чем еще хороши дезодоранты Oriflame, то что их можно носить через капрон. То есть, например, вы уже одели капроновые колготочки, да, чулочки, и вспомнили, что не нанесли дезодорант. Ничего страшного, смело можно через колготки наносить, никаких пятен, никаких следов не остается. Так, и это еще тоже не все. Кстати, вот тоже заказали крем для лица. Это кокос и алоэ. Мягенькая, нежная серия, подходит для чувствительной кожи, хорошо для комбинированной. То есть легкий, хороший крем. Я, кстати, такой дочке часто заказываю. Вот именно в такой упаковке ей нравится больше, чем серия Optimals. Не знаю почему, я ей думала, наоборот, подороже, ей больше понравится. Брала ей Optimals, она: мам, мне не нравится, закажи мне опять вот такие кремики. То есть я ей беру всегда разные, могу и чайное дерево взять. Или вот у нас был с папайей, ей вот они все нравятся. И я тоже их всегда, конечно, пробую.
Но от морщин они не помогут, поэтому я себе, естественно, беру уже более такую антивозрастную косметику. А попробовать иногда просто даже новый аромат, новое ощущение кожи, но все равно приятно. Вот этот часто заказывают крем. Заказали еще серию Optimals мульти, как же он называется, мультикрем этот, у него высокий SPF, по-моему, 30, да, SPF 30. У него хорошая упаковка достаточно, то есть там не дозатор, а узенький носик, через который мы выдавливаем крем. То есть это тоже хорошо, чтобы не лазить пальцами в банку. То есть это в любом случае лучше, чем вот, ну, крем из банки, потому что я-то в принципе люблю все с дозаторами, чтобы максимально снизить вероятность, что мы туда залазим, что-то можем занести и так далее. Так, и завершает обзор палетка. Кстати, я обожаю эту палетку для контуринга серии The One. Я ее всегда показываю в обзорах, когда макияж делаю. Чем она мне нравится? То есть можно пользоваться каждым продуктом отдельно. Отдельно хайлайтер, отдельно бронзер, отдельно румяна. А можно взять кисть и все вот так вот, все три продукта смешать вместе. Получается потрясающий цвет румян. То есть он уже с блеском. Оттенки великолепные, то есть бронзер он не в ржану, не краснит, то есть он хороший, дает оттенок. Розовый, он не кукольно-розовый, не барби, и не ярко-розовый, и не темно-розовый, он такой вот то, что надо, чтобы просто освежить кожу. А когда их все три смешиваешь, получается вообще какой-то невероятный оттенок румян. Вот это просто кайф. Опять же, я показала свое, рассказала, чем мне нравится, дала помазать, попробовать, вот сразу появился заказ. Вот таким образом мы работаем с людьми, передавая свои ощущения, можем набирать, мне кажется, огромное количество заказов, если есть желание и если есть время, потому что это естественно, что с каждым человеком нужно пообщаться, поговорить, рассказать им, да, помочь подобрать, потому что ассортимент большой. И я вам рекомендую изучать продукцию, даже если вы все сами не можете попробовать, а это нормально, здесь более 1500 наименований. Читайте отзывы других людей, собирайте себе вот такую копилочку информации, да. Я иногда, мне нравится какой-то отзыв, я его тут же копирую или вырезаю и сохраняю себе прям в отдельную папочку отзывы. И когда доходит, например, дело до какого-то продукта, я так, а у меня где-то отзыв есть другого человека об этом продукте, я сразу раз и в чат, там в переписку скидываю, говорю, вот читай, девочка пробовала, вот что она сказала, потому что я сама не пробовала, я не знаю. И в принципе даже вот третье мнение, да, второе мнение, оно порой бывает более даже ценным, чем ваши слова. Человек может подумать, ну это ты меня уговариваешь, чтобы я купила, да? А ты говоришь, ну вот смотри, другие люди пользуются, им нравится, вот читай отзывы. Сейчас еще раз скажу, у нас самый такой вот крутой продукт все-таки это wellness, и о нем, ну, не просто говорить, согласитесь, продукт дорогой, надо все-таки владеть информацией, как о нем рассказать, как его преподнести. Но я пользуюсь чатом, даже это не чат, это канал, он так и называется, по-моему, wellness в телеграме. И когда возникает какой-то вопрос у человека, там у него какая-то проблема, например, у девочки был псориаз, я ей говорю, слушай, я не знаю, что с ним делать, давай посмотрим, может быть, кто-то кому-то помог wellness. Я открываю этот канал, ввожу, нажимаю на лупу и ввожу псориаз, просто одно слово, мне выходит штук 16 вот этих комментариев, в которых включается это слово. Мы с ней начинаем, я ей прям даю телефон, говорю, слушай, вот читай, тут, ну, люди, наверное, писали, кому помогло, может, нет. И все пишут, мне помогло, мне помогло, мне через 2 месяца там wellness pack пропили. И она такая, о, закажи мне. То есть я могла бы ей говорить сколько угодно, да ты попробуй, может, поможет, но я-то сама не пробовала, а вот реальные люди, их там много, и у всех позитивные результаты. И реально она начала пить wellness pack, и она мне позвонила, говорит, Лиля, мне прям буквально сразу стало облегчение, меньше чешется. Но она не стала пить дальше по финансам, не прошла, и совсем она от него не избавилась, но облегчение сразу наступило вот с одной пачки. Представляете, как классно. Так, ну все, я что-то заболталась. Если у вас есть ко мне вопросы, пишите их в комментариях под видео. А я вам желаю всем красоты, удачи во всем, море классных суперских клиентов, которые будут любить и вас, и нашу продукцию, всегда ее будут много-много-много заказывать. Всего доброго вам, пока-пока.